Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё, бритьё, бритьё. Да, для меня лично праздники кончились, но в конце концов у других людей тоже есть праздники. Один из таких – это день рождения Александра Богомолова. На свой день рождения 12 мая он обратился на канал и говорит: «Викторич, вот хочу взять себе German Slant или Меркурий 37-й, давай посмотрим, возможно, это как-то поможет». Вместе с Александром я хотел бы поздравить всех, у кого 12 мая день рождения, потому что слышал, что у нас еще есть парень, у которого 12 мая день рождения. Ну и пошли на крупный план, будем начинаться разбираться в 37-м Меркурии и в 37-м German Slant. Вы на крупный план трогайте, шупайте, я начинаю, вы догоняете. Так как у Александра днюха, и он планирует один из этих станков, Меркурий 37 или 37 German Slant, приобрести, он попросил разобраться, в них давайте и разберемся. Но хочу вас предупредить заранее, это не единственный слант, который есть на канале. И сразу после обзора вот на эти два сланта, я бы, наверное, все-таки хотел сделать обзор на Днепр, потому что это наш эсеровский слант, который до сих пор еще можно взять на просторах сети. Ну а это по вашему желанию, если захотите, мы тоже на это посмотрим, но чуточку позже, после линейки СССР. Давайте, наверное, начнем с более ранней версии слантов. Ну, как версия, это я считаю, что вот это копия этого, поэтому даже нифига не версия, это дедушка абориген. Хотя, не удивлюсь, если в свое время и его с кого-то слезали, но суть не в этом. Меркур Золинген 37C. Встречается также вариация Меркур Золинген 39S. Отличие будет в длине ручки, естественно, в весе. Во всем остальном, если говорить за голову, то это практически все одно и то же. Благодаря вот этой ручке, несколько похож на 34-й, такой сбитый, посмотрите, такой, ну вот нравится мне такая ручка. Ну а голова, конечно же, вот косорез. Почему ее так называют? Потому что режущая кромка, после того, как мы закрепим лезвие, будет несколько наклонена. Это якобы способствует тому, что щетина будет срезаться гораздо мягче и плавнее. Он мало отличается от своего оппонента 37-го German Slant, потому что это уж 93 грамма. Да, ручка у него несколько подлиннее. Но во всем остальном, есть ли различия или нет, ребят, ну скажем так, вот на сегодняшний день утвердилось мнение, что самый мягкий – это 37-й Меркур Золинген Си. Этот несколько чуть-чуть так пободрее, поагрессивнее. Насколько это так или нет, конечно, каждый сам для себя будет решать сам. Ну а мы сегодня возьмем это просто тупо и затестим. А поставим лезвие от Сергея. В прошлый раз у нас был дипломат Платинум, который я успешно прощелкал в той знаменитой книге, которую Андрей Левченко мне прислал. И спасибо вам огромное, что вы все не поленились сказать, какой лопух, и тыкнуть носом. Да, ребята, нашел. Спасибо вам все огромное. Сегодня... Да давайте, наверное, ну что, ну полсильвер поставим, да, или что? Давайте. Так, набережная реки Пряжка. Ребят, не обращайте внимания на грохот, просто этажом выше голуби во все крылья сексом занимаются, поэтому вот такой грохот и стоит. Ух ты, смотрите, здесь арабские дела. Хоть и написано, что сделано в Польше, но тем не менее, арабская вязь здесь присутствует, впрочем, как английская мова. Так, открываем. Да, старенькая, это видно. Да ты мое, прям, вот смотрите, какое старенькое. Ну не прям седая старина, да? Ну прям старенькая. Я так думаю, что это где-то 70-е, 80-е, максимум 90-е прошлого столетия. Ну, давайте по старшинству. Этот все-таки постарше товарищ. Откручивается, это двухсоставной станок. Крутим крутилку здесь внизу, вытаскиваем верхнюю плиту. Заправляем наше лезвие. После этого опять вставляем. А, раз уж сняли, посмотрите. Ручка она здесь отдельно. Она просто... Раньше я помню, что она была завальцована. Сейчас почему-то кажется, что здесь на какой-то резьбе. Хотя, скорее всего, тоже завальцована. Но я не вижу развальцовки. Интересно. Ребят, кто в курсе, резьба или развальцовка? Объясните, пожалуйста, потому что так визуально-то не видно. Закручивается, собирается элементарно просто. Пулечки выходят, смотрите, не намного. Здесь есть у нас обозначение, что это такие, с чем это едят. Так, вот. Вот, тоже надпись. Не знаю, видно вам, не видно. Вот так, наверное, будет видно.
Ну и как у нас лезвие заправилось? Лезвие заправилось изумительно. Каких-то грехов или головомоек с регулированием, с установкой лезвий на этих станках я не встречал никогда и даже не слышал об этом. Голова достаточно длинная, но не полностью скрывает все-таки ушки, здесь маленечко торчит. Длина головы где-то скорее 40,5 мм. Обременять не будет, но если все-таки кто-то опасается вот таких моментов, сделайте поправку на то, что уши скрываются не полностью. Вот, этот зарядили, заряжаем следующий. Вот такой интересный момент, ребят, посмотрите. Вроде бы нержавейка, да, вот видите. И как-то вот на бумаге это, смотрите, отразилось. Не понимаю, что это такое. Ладно, разберемся, надеюсь, на скорость не влияет. Этот станок у нас, в отличие от предыдущего оппонента, трехсоставной. Открутив ручку, вы сможете разобрать голову. Здесь уже никаких завальцовок, здесь просто отдельная часть. Устанавливаем лезвие. Закрываем. Закручиваем. Все. На данном этапе у нас различий практически больше нет. Насколько я понимаю, здесь голова у нас плав цинка и бла-бла-бла. Ручка из нержавеющей стали. Посмотрите, какая красивая. Ну, прям такая мазева наворочена, прям блестящая. Накаточка приятная такая. Ну, если сравнивать, допустим, ручки, я бы не стал говорить, что, допустим, это круче, это лучше. Это тут все достаточно имховое. Да, несомненно, она длиннее, да, несомненно, она тяжелее, но тут же кому что надо. Конечно, это не нержавейка, тут что-то другое, но от этого не хуже держать, приятно держать. Ну и как у нас поставилось лезвие. Если сравнивать их лоб-лоб, ну давайте попробуем выставить одинаково. Что называется, найди три отличия. Но я их практически не вижу. Чуть-чуть в изгибе лезвия, если я не ошибаюсь. А амплитуда загиба, то есть градус загиба нижней гарды, самой гарды, вернее, режущей кромки, мне кажется, они одинаковые. Разберемся. Все, вот этими красавцами и будем бриться сегодня. Крем возьмем «Свобода». Это новодел, куплен совсем недавно в магазине. Вернее, кто-то из вас, ребята, его купил, прислал мне. Сейчас не могу сказать, тогда разворошили все это. Но это не тот крем, за который вам стоит ломать голову, потому что он есть практически везде. И в этом обзоре он, наверное, все-таки имеет вполне себе полное право присутствовать, потому что фабрика «Свобода», она еще с сыровских времен, и тогда что-то подобное тоже было. Ну вот сегодня у нас вот этот вот крем для бритья мыльный и поучаствует. Помогает предотвратить возникновение раздражений, смягчает кожу лица для любого типа кожи. Упс, вот такие вот, брат, дела. Короче, универсал. Вот посмотрим, как он нам сегодня поможет. Ну и тот самый помазочек, который я берег на самый-самый-самый-самый-самый обзор, то есть там День Победы, бла-бла-бла. Ну вот, помните такое, да? Самое торжественное. Вот сегодня и будет. Это последний образец сыровских помазков, который у меня есть. Это самый крутой с моей точки зрения. Таких я больше у меня нет. Да, я думаю, и в народе их не так уж и много, потому что, как правило, такие вещи нам достаются от отцов, дедов. Когда они в тот период времени, когда они вам достаются, мы еще с пулей в голове, то у нас там сквозняк во все стороны ходит, ветер в лицо, волосы назад, сопли по ветру. Ну, короче, не хватает нам ума мозгов сохранить вот такие вещи. А потом, когда со временем все-таки ветер нам некоторое количество мозгов надувает, ну, помазки к тому времени уже кончаются. Поэтому вот, ребята, если у кого-то сейчас есть возможность хранить вот такую вещь, в доступе схватите ее, зажмите, спрячьте далеко-далеко под подушку или под куйку и никому не отдавайте. Забудьте про нее на год, два, три, пять, десять, кому сколько понадобится. Потом вытащите, спасибо скажите, потому что это на самом деле наша история. Кабанчик. Вот, сегодня он нам и поможет. А на финиш у нас пойдет сегодня Бракар О. Де Колон. Да непростой, расслабляющий аромат для мужчин. Я сброшу ссылку на описание вот этих всех дел, где вы сможете прочитать и про замечательного немецкого парфюмера, который составил этот букет,
и на сайт «Отзовик» или там другой какой-то фрагменца, по-моему, где люди вот пишут, кому это нравится, кому не нравится. Но за все это я хочу сказать спасибо Василию, город Москва, потому что если бы он не он, то фиг бы я вам смог все это показать. Одеколон необычный. Мало того, что он повторяет у нас как бы конец 18-го, 18 век, 19 век, 20 век вот по оформлению, по стилю, по написанию, так он еще и по цене совершенно недорог. Его можно взять где-то в районе там, от 150 до 250 рублей. И все это за 100 миллилитров. 3,5 унции, 3-4. Много, много там написано про все это. Но вот первое неудобство, которое испытал, это, конечно же, отсутствие какой-то пшикалки. Да, дозатор есть, но вот какой-то пшикалки нет. А нас уже цивилизация разбавила, нам достал, пшикнул, пошел. Здесь этого нет. А все остальное, это уже в заключительном слове, в конце обзора. Все, я вам все показал, пошли бриться. Хорошо. Я думаю, все вы прекрасно знаете, как хорошо себя сбрить, допустим, там 3-4-5-7-дневную праздничную или просто рабочую щетину. Ну вот сейчас, вот предвкушение этого всего, мне хорошее настроение не делает. Открываем крем. Стандартная для этих кремов пипка, которая контролирует у нас вскрытие. Есть язычок, снять ее даже мокрыми руками, будет нетрудно. Так, достаем помазок. Помазок не хухры-мухры, кабанчик старый закалки, поэтому естественно я его замачивал. Так, убираем, наносим, и надо вот так примерно наносим. Так, это вот мы сюда, а это мы вот сюда. Ну и давайте посмотрим, что у нас всего этого получится. Был у нас уже этот крем на обзоре. По-моему, пару раз там был. Помазок. Ну, всем любителям современных 24, 26, 28, 30 миллиметров помазков, ну, об этом всерьез, я думаю, вряд ли что нашлось бы сказать. Потому что он реально маленький. Он маленький. Ну, что тут, 20 миллиметров. Но функционал, тем не менее, он свой выполняется. По сегодняшним меркам он вполне бы мог служить как помазок для путешествий. Ну а раньше он работал как настоящий, как взрослый, потому что, ну, я, скорее всего, буду ориентироваться на свои воспоминания о своем отце, потому что я не помню, у него там 100-500 танков, 100-500 помазков и прочего, 100-500. Плюс ко всему, я не помню упоминания в какой-то литературе или в каких-то темах, там на форумах или в каких-то специальных печатных изданиях, что вот раньше в БССР у нас там была Туева гора помазков. Ну вот такие же красавцы, да и были. Так, и первый у нас пойдет, это Меркур 37 слант. Влажной рукой, да, держать можно, не скользит. Но насечка не такая ярко выраженная, как на его конкуренте. Но, тем не менее, держится вполне себе. Как ожидалось, идет вполне себе мягко. И что-то там сбривает. Теперь 37-й Жерманланд. Вот тут дуется ручка, да. Тут она более... Но не только ярко выраженная, ее даже на пальпацию вот так когда чувствуете, вы чувствуете, что вот эти вот навершия не острые, они не заголтованные, но тем не менее они сглаженные, руку резать не будут, но удерживать в руке, ну да, вполне себе нормально, хорошо.
съем. Съем по целине. Да, он несколько больше, чем у Меркура, у 37C. Но, знаете, не как-то кардинально, прям так, знаете, вот на позицию. Прям там, допустим, то уехали на первой скорости, а этот на третьей. Нет, нет. Я бы сказал, первая скорость и полуторная. Вот скорее вот так. На второй заход у нас уже тут практически ничего не хватает, да? Ладно, жлобиться не будем и жадничать. Добавим чуть-чуть. Добавим кременца для поднятия пинца. Ну, я что думал, сказал. Сам по себе крем. Легкий ментоловый привкус, он скорее ощущается, слышится на запах, нежели кожей. На коже таких каких-то, знаете, ментольных эксцессов не видно вообще. Чуть-чуть, ну вот прям децл-децл, опять Меркур. Ну вот так вот пробежались, и вроде что-то есть. Пену убрали, а вместе с ней часть, какую-то часть щетины. Термансланд. Тут уже разница более очевидна. Да, да, по второму, именно по второму заходу уже пришло понимание того, что 37-й Джерман, он слегка, чуть-чуть будет поагрессивней. В чем это выражалось? Если на первом проходе, когда шел по целине, там подбуксовывали оба, то есть ты провел станком, а щетина там еще остается. Хотя, в принципе, лезвие вот полсильвер в этом станке, но она достаточно обоснованная, оправдана, нормально, хорошо. То вот когда уже целина вся была снята, вот тут-то то, что 37-й Джерман чуть-чуть слегонца поагрессивней, оно уже чувствовалось гораздо более явственно. Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? А, все пропало, все пропало. Так, ну. Ну ладно, раз уж начал эту сторону брить, то, наверное, тогда и продолжу, да? Да, да, нет, да? Но это будет вообще нет. Нафиг, давайте лучше. Все. На третьем проходе уже только от верхней крышки.
Так, ну, несмотря на то, что я здесь все-таки чуть-чуть скребанул, я сейчас пену-то верну. Так, что-то у нас тут вообще какой-то апокалипсис. Ну вот это третий проход во всем поставил точку. Все. Мне кажется, я в них разобрался. Давайте делаем компресс, автошейф. Ну и заключительное слово. Хорошо. Сейчас, пока сидел на компрессе, обдумывал, как правильно сказать вот то, что у меня сейчас внутри, то, что у меня сейчас на сердце, на душе. Чтобы не только Александр, но и все поняли, о чем я хотел сказать. Но потом что-то пришел к выводу. Не выю. Не мудрствовать лукаво, то есть вот как было, что на сердце, как раньше, вот как говорил, так и надо говорить. Я думаю, не кривая вывезет, а вы все поймете. Итак, Бракар Одеколон. От нескольких человек слышал о нем вау. Прям не так, что вау-вау, а просто вау. Ну неплохо, неплохо. Поэтому, когда Василий его прислал, я распаковал, у меня примерно вот такие чаяния-то и были. Думаю, ну блин, ща попробую. Ну и что, ну и попробовал. Понимаете, он как качели, он как тортик-пироженка с несколькими слоями, он не воспринимается монолитом. В принципе, это и нормально по сравнению с чем-то другим, то есть это парфюм, так и должно быть, то есть там первый, второй, третий этаж, там может быть еще какие-то подстроечки, настроечки. По первому запаху, по верхним слоям, которые идут, меня просто выкашивало, и так это вот нравилось. Я не хочу сейчас приводить те букеты, которые приводит сама компания, потому что, ну, кто-то их услышит, кто-то не услышит. Запахи — это достаточно имховая такая составляющая, и каждый их мерит сам на себя, и каждый слышит их по-своему. Здесь же мне это просто нравилось. Чем? Было что-то веселое, солнечное, такое, знаете, вот как игривое. Ты вышел на улицу, там, пофигу, чем ты вышел, там, зачем ты вышел летом. Солнышко светит, а тут детвора, девчонки классики нарисовали, там и прыгает косички, бэм-бэм, кто-то скакалку крутит. Ну что-то вот такое, там песочница кто-то орет, там отдай ему пирожок, да на тебе свою лопатку. Ну то есть такая скворчащая повседневная жизнь на районе, что-то вот такое. Но потом, когда это проходит, выходит уже полутона. Вернее, не полутона, а средние. Вот если первые меня, они как-то больше манили, то вот эти средние, они не чистые, но они какие-то, знаете, в помеси идут. Вот они меня по большей части все время как-то не то чтобы отталкивали, напрягали, но, скажем так, ну не радовали. Вот как первые, как вот этот вот фон идет, как первая скрипка. Почему? Потому что я в них слышу что-то от 90-х, настолько простое, что вот прям как вот прям 90-х советских, причем
не весь мир брать, а вот прям советских. Ну, что-то простое и, ну, не мыльно-пузырное. Ну, какое-то вот просто, ну, вот то, что моя любимая привыкла называть старпёровское. Вот что-то вот такое. Тут нет нафталина, тут нет какой-то химозы, тут нет какой-то химии. Тут нет ничего такого, за что можно было так раз притянуть и сказать: «А, братан, иди сюда, вот я тебя и поймал». Нет, нет, такого нет. Но все равно какого-то отклика в душе это не оставляет, и какой-то радости это не несет. Но это второй этаж. Третий, когда мы уже сердце. Третий, когда мы уже на тяжелые ноты выходим. Вот тут радости больше. Тут уже какие-то деревянные дела пошли. Тут уже дерево, переплеченное с чем-то. И какая-то такая картина, которая больше радует. И вот если та вот блекло-зеленая среда, которая царит в среднем этаже, уже маленечко рассеивается и начинает появляться коричневое, оно жористое такое, знаете, с черноземом, прям, ну прям такое-такое. Но вот эта вот зеленая плесень средних рядов, она не отпускает, она остается до победного бляха-моха, и вот это мне не нравится. По удержанию на коже, ну, как вполне себе обыкновенный парфюм, то есть в пределах час-полтора-два. Если попадет куда-то на одежду, ну, естественно, это будет больше. Опять же, куда попадет, какая одежда, то есть какого материала и как много вы наносите. То есть тут, да, тут будет побольше. Больших претензий, как и больших дифирамбов, этот одеколон от меня не добьется, потому что вот это вот зеленое болото в середине, оно не дало прям вот так, знаете, нараспашку отыграть. Если вот за королевский шипр, я готов просто пяткой его бить и кричать: «Ребята, это вещь». Вот так он на меня действует. Понятно, что для меня вещь, не для всех, для меня. То вот здесь вот так вот. То есть вот оно не цепляет. Но зато первый и третий этаж вроде неплохи. Но опять же, если брать в расчет стоимость, то есть от 150 до 250 рублей, в зависимости от того, где вы будете все это покупать. Да, ребята, о чем тут вообще говорить? Какие могут быть претензии? Это одеколон за 200 рублей. Ну, то есть это нормальный. Однозначно нормальный. Плюс ко всему у Бракара есть там еще и какие-то другие ароматы, коих я еще не пробовал, поэтому рассказать вам ничего не могу. Но этот, который якобы призван релаксировать, да я фиг его знаю. Я бы не сказал, что он меня как-то на релакс так торкал. Ну да, официальная версия, что вот нежные тона и нежные там ароматы вот этого должны призывать там успокоиться, там, а вот это вот внести в нирвану, а вот это-то ты вообще кайфанешь, а вот когда ты почувствуешь это, ты упадешь у себя на подоконнике где-нибудь в солнечном пятнышке и будешь мурлыкать, весело бья левой ногой себе по правому уху. Да, да, все, может быть, это так и есть, но меня в это вообще никак. Ну то есть вот эта вот зеленая среда во втором ряду, она маленько все-таки, для меня она определяющая. Потому что когда ты видишь ровный портрет, и там ничего. А потом бумс, одна штука какая-то влазит. Ну ты про это уже забудешь, а вот на эту рожу ты будешь уже как-то пялиться, смотреть. И она-то, собственно, наверное, основная в мозгу-то и застрянет. Может быть, у меня так получилось, фиг его знает. Василию еще раз огромное спасибо, вещь интересная. Если кто-то испытывал какие-то иллюзии по поводу того, что: «О, там элитный парфюм, там за 3-4-5 косарей». Нет, ребята, это нормально хорошая водичка за 200 рублей, не более того. Уходовая. Ну, после бритья, да, несомненно, вы сможете себя побрызгать. Что-то тут такое было, и это что-то такое сейчас вот здесь вот на коже у меня еще осталось. Что-то оно там, видать, поухаживало. Особого жжения как такового я не ощутил, но как в качестве автошива, а что нет-то? Вполне себе. Вот, как-то так. Крем для бритья «Свобода». Трудно мне сказать, до скольки он типа в кожу, потому что у меня в принципе обыкновенная кожа. Это и хорошо, и плохо. Плохо, потому что я вот не могу реально оценивать в реальном режиме времени вот те нюансы, которые, допустим, близки некоторым из вас. Ну а хорошо, потому что мне, по сути, по барабану, что на морду мазать. Так отдунул, плюнул и пошел, и все. Я, да, я вижу ваши комментарии, что учат: «А вот это вот у меня сухость, а вот это вот у меня краснота, а вот это у меня тут». Да, ребята, вполне себе. Но, ну, бог миловал. Да, несомненно, у меня там красота, сухость тоже бывали пару раз как-то. Но это скорее исключение из правил, нежели правило. Так что вот здесь вот я, вот что написано, что это для всех типов кожи. Ну,
принципе, могу принять на веру. В работе, ну, экономичном, вряд ли бы я его назвал, по крайней мере, с этим помазком. По пенообразованию, satisfied. По скольжению, по всем прочим делам. Ребят, он стоит копейки, как его оценивать? Вот за те деньги, которые он стоит, можно просто сказать, что это да, это рабочий вариант. Вполне себе, с неплохим запахом, вполне себе, с хорошими как-то такими вот вещами, которые вот после бритья. Я не думаю, что вот вся та нега, которая у меня сейчас на лице, это все от одеколона. Скорее всего, и кремушек здесь поучаствовал. Так что вот этому крему я бы просто поставил питать. По совокупности всего. Просто питать. Без каких-то там звезд в небе и без каких-то минусов, которые тебя будут в центр вселенной тянуть. Нет. А вот просто питак. Хорошая штука. Помазок. Говорил на клубном плане, повторю еще раз, ребята. Это седая старина. Вряд ли вы его где-то сейчас достанете, купите. Если же у вас появится возможность, хватайте, бегите, никому не отдавайте, берегите. Придет время, когда вы поймете, что у вас в руках, и будете это ценить. Ну, если повезет, конечно. Так что штук хороший. Лезвие, полсильвер. Но у нас на канале полно людей, которые во всех этих, вы знаете, вот тонкостях, там дворцовых интригах, превратностях, историях, там дарам-дарам, очень-очень-очень хорошо разбираются. Я знаю, что вот есть какой-то польский период в истории полсильвер. Потом все это несколько переменилось. Тут и Россия-матушка поучаствовала, и кто-то там еще, и кто-то там как. Короче, кто с кем, как вась-вась. Да, вот до меня только это доносится, но почему-то в мозгу не задерживается. Старый стал, может быть, тупенький, я бы поспорил, но у меня просьба к тем людям, которые вот разбираются во всем этом. Ребята, если есть у кого-то толика знаний, поделитесь, а чем, собственно, таким интересным вот этот вот полсильвер, старый, польский еще, отличается или не отличается от того, что у нас есть на сегодняшний день. Вот мне, впрочем, интересно. А что касается конкретно этих образцов, Сереге еще раз огромное спасибо Санкт-Петербургу, городу, но бритье они нормальные, вполне себе. Вот сейчас вот возьми, допустим, какое-то другое, ну, канолевое, в новой пачке, там все из себя, вот такое, там, там я новое. Да фиг вы отличите. Оно работает. Оно реально работает. Время ему не указ. Единственное, эти два пятна на нижнем белье, которые вот я вам показал на крупном плане, указывали на то, что за период хранения, ну, что-то там было разочек. То ли капнули на него чем-то, то ли оно само куда-то там не убереглось, попало, фиг его знает. И тут для меня непонятно. Если это нержавеющая сталь, то как эти пятнышки вообще в принципе могли образоваться? Загадка природы, я бы сказал. Вот что-то типа такого. Лезвия хороши. Станки. Меркур 37 и 37 Исланд. Александр. Я не могу назвать себя специалистом в слантах. Я от них не фанатею. Нет во мне, вот, к сожалению, той тонкой, артистичной или какой-нибудь такой натуры естествоиспытателя, которая будет тонкие грани вот всего этого как-то могла воспринять, адекватно оценить и передать людям. То есть вот для меня вот они мало чем отличаются от обычных станков. Поэтому чем слант лучше или не лучше обычного станка, я тебе могу только теорию выдать, что вот там это косо, поэтому да-дам, срезает. Но опять же некоторые утверждают, что бритье слантом там подразумевает тоже там свою технологию, что вот надо вот не так, а вот так. Вот это вот, знаешь, это вот каждый как хочет, так и хохочет. Я тебе могу рассказать вот просто по факту, что вот я сегодня сам испытал. Если в некоторой степени тебе это поможет, я буду рад. Но специалистом в слантах я себя не считал и не считаю. Тут, помимо меня на канале, знаешь, сколько ребят, вот у них бы поспрашивать, там да. Там пацаны столько тебе могут рассказать, кто был, сколько раз там, кто свечку держал, кто не держал, а вот этот вообще врет, а вот этот правду говорит. Вот пацаны столько знают. Вот это да, это специалисты. По факту, на первом проходе по целине не блистал ни тот, ни другой. Пробуксовка была у 37-го Си, у Меркура, чутка поболее, но знаешь, тоже как-то не критично. Была выражена только вот здесь вот в двух местах, когда вот здесь уже нормально прошел, а здесь, когда шел по целине, провел, а щетина еще есть. Я еще раз провел, она еще есть, а я еще раз провел, а ее нет. Вот так я это заметил. 37-й Розараковский, ну там пободрее чутка было, но тем не менее пара пробуксовок тоже была. То есть вот на первом этапе они практически не различались. Были некие подозрения, что 37-й German Slant чуть-чуть так
пободрее, но лишь подозрение. Второй проход. Второй проход, тут уже стало веселее и интереснее. Потому что во втором проходе я явственно стал понимать, что вот 37-й Меркур, он вот по той агрессивности, которую я вот испытывал на том лезвии, он для меня, ну, HD 34+. Даже вот так. Если мировая табель аж вот этих о рангах. Если она воспринимает вот этот станок как троечку, ну 3,5 дал бы. Не более того. Но в таблице стоит другое. В таблице стоит, по-моему, тут сколько? Пятерка, шестерка, семерка, сколько ему там влепили. Ну дофига, на мой взгляд, незаслуженно. Но на втором проходе, тем не менее, ясно стало понятно, что Джерман пободрее, повеселее. Я прям чувствовал это. Вот прям, как вы это ощущаете, там, какой-то гранью, какой-то резкостью, каким-то, вот, знаете, вот как вот идет по лицу, да, и вы понимаете, что вот это, да, это как бы, а вот это, вот такое было. То есть тут уже полезло. На третьем проходе это лишь подтвердилось и сгладилось. Потому что на третьем ни тот, ни другой от нижней гарды меня уже просто не колыхали совершенно. Я их не воспринимал. Они ничего не могли сделать. Чтобы они что-то хоть сделали, приходилось уходить на верхнюю крышку, и вот тогда да. Тогда опять же появилось 3-4+, но это чуть-чуть пободрее, 3-4++, вот и все. Каких-то кардинальных таких, прям вот знаешь, вот прям резко расходящихся, что вот этот такой, нет, я не обнаружил. Это знаешь как, это вот если я просто по старту сравню, это если, допустим, 0,69 плита и 0,7, скажем, вот так. Никакая не 0,8, никакая не 0,9, а вот 0,69 и 0,8, прошу прощения, вот так будет правильно, там разница в одну десятку, вот так бы я их сравнил. То есть да, оно есть, но не так велико, чтобы прям ух. Отсюда вывод. Целиком и полностью поддерживаю тех людей, которые говорят, что самый мягкий сланг, который в принципе вот сейчас существует на рынке, это все-таки Меркур 37C. Ну, он же 39C, только в другой ручке, более длинный. Этот да, этот пободрее, но я бы не сказал, что он как-то, знаете, кардинально в чем-то различается. Вообще такое ощущение, когда люди пытались сделать этот станок, ну, сделать, содрать, там, нужное подчеркните. То есть понятно, что это с Меркура слеплено. Они очень боялись уйти от того, что заложено в этом станке. Они очень боялись, что если они где-то борданут, где-то маленечко там, ух, сделают прям так, что он кардинально будет отличаться, то они потеряют тот шарм, который есть в 37C. И отсюда вот эта боязнь потерять оригинальный шарм, наверное, и привела к тому, что да, он чуть-чуть поагрессивнее, но чуть-чуть слегонца. Всего лишь чуть-чуть. Вообще, не намного. That's all, совсем, почти ничего. Но есть, но есть. Как-то вот так. Какой из них брать, да я хз? Сам для себя я бы не взял ни тот, ни другой, потому что, ну что мне выеживаться с лантом, если мне вот нормальные станки вообще по кайфу. Для меня на сегодняшний день это вот, ну 1.18, 1.3, 41 голова. Вот эти три станка, если бы у меня висели бы в обойме, вот так просто, да я бы все мог сделать, просто все. Если мне нужно было бы бриться, допустим, через день, через два, 1.18, если через 3-4, 41, 1.3, вот я имею в виду по щадящности, потому что 1.18 оно все-таки помягче кожа, чем 41. На ежедневку, когда-то я кипятком писал по 0.69 голове. Сейчас, ребята, лучше Байкала, мне нафиг ничего не надо, совершенно. Байкал закрыл бы все мои нафиг позиции, даже с одной плитой. Ну так, если на ежедневку. Так что вот такие, братья мои, дела. Давайте на следующий обзор сделаем уже СССРовский вариант, но уже со слантом все равно. И посмотрим, а какой такой вот прям вот туз в рукаве нам приготовит тот станок. Ведь мы-то с вами знаем, что он не такой мягкий, что он совсем другой. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда, всегда все будет хорошо. Ну и что? Ну и все. Май заканчивается. Пол мая, 2 недели мы с вами отдали праздникам, а теперь работаем, друзья, работаем. Теперь прям по полной катушке. До свидания. Подписывайтесь на канал, рад был вас всех увидеть. И Паша, пока.